приятно быть в этот вечер вместе с вами. It's a privilege for me to be here with you guys tonight. Мы, я уверен, проведем хорошее время. I'm confident we're going to have a great time. Проведем вместе этот час. We're going to spend this hour together. Меня попросили с вами поделиться. They asked me to share with you. Темой, которая связана с отношениями между парнем и девушкой. On the topic that deals with relationships between guys and girls. Я думаю, мы сразу перейдем к этому вопросу. I think we're going to go straight to it. Большинство из вас, the majority of you, я думаю, 99%, I think about 99%, которые имеют это желание, who have this desire, создать семью, to create a family. Я прав в этом? Am I right? Или меньше? Or maybe it's less. Для девчат практически 100%. For the girls it's 100%. А вот уже ребята, the guys, они ж ребята. The guys. Я хочу три такие основные стороны подчеркнуть. I want to emphasize three sides. Потому что я уверен, because I'm confident, что каждый из вас, that each one of you, когда наступит ваше время, when your time comes, создать семью, to create a family, вы мечтаете, you are dreaming, и планируете, and planning, быть счастливыми в браке. To be happy in your marriage. Это правда? Is that true? Есть такие, которые мечтают о несчастном браке. Are there those who are dreaming of a horrible marriage? Есть такая девушка, которая думает, вот попался бы мне человек, который бы обижал меня каждый день. That would abuse me every day. Но если есть такая, то это ненормальное. If there is one, that's not normal. Я думаю, что нормальное мышление, I think the right thinking, это все-таки думать, is to dream, мечтать, to plan, и стремиться. And to strive. Это к нормальным взаимоотношениям. For a good relationship. Отношения, построенные на любви. Relationship built on love. Отношения, где в браке будет счастье. Relationship where the marriage brings joy or happiness. И, может быть, сегодня, and maybe today, кого-то я предупрежу. I'm going to warn somebody. От каких-то негативных последствий. Or maybe stop somebody from negative, может быть, кому-то я сегодня помогу. Circumstances. Maybe I'll help somebody сделать today более правильное решение. To make the right decision. Но я 100% знаю. But I know for 100% certainty, есть принципы, there are principles, которые нас не подведут. That will not let us down. Я хочу о них поговорить. And I want to speak about those. Вы знаете, я в браке 30 лет. I've been married for 30 years. В следующем месяце мы будем отмечать эту дату. Next month we're celebrating our 30-year anniversary. Мне было 22 года, когда я женился. I was 22 when I got married. Влюбился немножко раньше, конечно. I fell in love a little earlier. Сразу после армии. Right after the army. Но два года мне нужно было подождать. But I had to wait for 2 years. Была существенная причина. There was a specific reason. Потому что моя жена, because my wife, на то время, at that time, она была, ну, еще в школе училась. She was still in school. Я никак не мог ей открыть свои чувства. I couldn't tell her how I felt. Потому что она еще была подросток. Because she was still a teenager. Но я это затаил в сердце. But I hid it in my heart. И я ждал. And I waited. Мне пришлось ждать 2 года. I had to wait for 2 years. Когда ей исполнилось 17 лет. When she turned 17. Я открылся в своих чувствах. I told her my feelings. И когда ей только исполнилось 18. As soon as she turned 18. Я успел жениться. I married her. И вот мы уже 30 лет. And we've been married for 30 years now. Поэтому я бы хотел like сегодня такое время, today is such a time, где ваше поколение должно заявить этому миру о правильных стандартах. Right. Кто, если это не вы сделаете? Кто, если не вы поднимете это знамя? Правильных принципов. Right. Вы знаете, кто-то сдался. Кто-то уже прогнулся под систему этого мира. Кто-то говорит, а что мы сделаем, так все живут. Кто-то говорит о том, что это современный мир.
Покажите мне, где правильно создают семьи. Show me where good families are created. И вы знаете, сегодня эта планка сильно опустилась. And today the standard has been lowered very low. Планка моральных моральной нравственности. The level of moral purity has been dropped very low. Вы знаете, сегодня к стыду нашему. Today to our shame. В церквах уже не поднимают вопрос чистоты. Churches don't talk about the question of purity. Один пастор одной церкви мне сказал. One pastor of a church told me. Что если мы будем консультировать нашу молодежь. Consult our youth. Что нельзя иметь добрачные сексуальные связи. Нам некого будет благословлять на совместную жизнь. Вы знаете, вы те люди, которые должны заявить обратное. Сегодня вы должны быть этой солью, распространить правильные стандарты. Вы знаете, не мир на нас влияет. Кто-то должен повлиять на этот мир. Вы знаете, Богу не нужна толпа. Ему нужен человек, который может подняться и сказать: Господь, я становлюсь на твои позиции, на твое слово. Я становлюсь рядом с тобой. Вы знаете, один человек, но стоящий на Божьих принципах, Бог будет стоять за ним. Stand behind. А если Бог за ним, and if God is for him, who can be against him? Разве мир может одолеть такого человека? Can the world conquer a person like that? Если Бог стоит за ним. If God is for him. Мы сегодня today, говорим о вещах, которые благословят вас. That will bless you. Вы знаете, этот мир, this world, который стер все эти границы, that has eliminated all these barriers. Вы знаете, с каждым годом, with every year, этот мир, он не становится счастливее. The world does not become more happy. Больше депрессионных людей. More and more people are in больше depression. Несчастных людей. More and more people are pitiful. Больше разводов. More and more divorces. Больше разбитых сердец. More and more broken hearts. Больше самоубийств. More and more suicide. И вы знаете, причина, and the reason to this all, не потому, что вы знаете, люди не хотят хорошей жизни. It's not because people stopped wanting a good life. А потому, что они размыли эти границы. But because they've washed away these barriers. И они открыли двери на поражение. And they've opened up their doors towards destruction. У нас так не должно быть. We should not have it that way. Мы среди этого тьмы. We are in the midst of the darkness. Будем жить во свете. But we will live in the light. Мы среди несчастья. We are in the midst of misery. But we will be happy people. Среди разрушения. In the midst of destruction. Мы будем строить. But we will build. Среди беды. In the midst of poverty, мы будем иметь we will have мощное, a powerful, stable, и прекрасное отношение. And wonderful relationship. И причина, and the reason с нами Господь. Is the Lord is with us. Вы знаете, Бог, you know, Он God, взял и превознес свое слово. He took and exalted his Он word. Превознес его выше себя. He exalted his word above himself, выше всех своих имен. Above every name. Поэтому слово его, that's why his word, оно не старое сегодня. Is not the old word today. Оно актуально. It is actual. Оно имеет силу. It has power. Поэтому мы сегодня будем обращаться к нему. That's why we're going to turn to the word today. Я знаю, на протяжении нескольких уже служений, I know that over the past few services, вам приводили разные статистики. You've heard different statistics. Вам говорили о причинах. You've been told the reasons. Причины поражения. Reasons for defeat. Я сегодня хочу подметить, today I want to emphasize, что у нас, that we, в это время, in this day, у этого поколения есть все возможности, have every opportunity, чтобы быть счастливым to be happy в семейной жизни. In our family life. Сегодня можно слышать, you can hear people saying, как молодые люди заявляют, how young people proclaim, что а где ты найдешь сегодня нормального человека? Where are you going to find a normal person today? Все где-то запачканы. Everybody's dirty somehow. Вы знаете, мир хочет навязать вот эту вот идею. The world wants to push this idea upon us. Но я хочу сказать, but I want to tell you, независимо от того, independent, сколько людей опустились в грех, how many people fell into sin, у Бога есть свой остаток. God has his remnant. Есть сила в этом остатке. There's a power in that remnant. И я верю, and I believe, что именно вас Бог призвал, that God has called чтобы вы были чистыми, to be pure, чтобы вы сохранили себя, for you to keep yourself, до брака, before marriage, чтобы вы были людьми, for you to be people, которые будете надеяться на Бога. That will hope on the Lord. Я 100% знаю. I am 100% confident. Люди, that people, которые несерьезно относятся к семейной жизни, look at their future family, которые допускают very loosely, who allow до брака сексуальные отношения, sexual relationships before marriage. Они
ищут оправдания в том, they seek for, justification. Мы же любим друг друга. Because, well, we love each other. Мы же планируем когда-то пожениться. We're planning to get married anyways. Вы знаете, есть такая взрывчатка, называется часовая мина. You know, there's an explosive called a time bomb, or yeah, time bomb. В чем сила этой часовой мины? The power in this time mine or bomb. Ты можешь спрятать ее. Is you can hide it. Когда никого нету. When no one's there. Пустое помещение. Empty building. Но ты знаешь, but you know, что в 7 часов that at 7 o'clock, здесь будут люди. There will be people. И когда никого нету, and when no one's there, ты берешь эту мину, you take this bomb, эту взрывчатку, this explosive, и заводишь на 7:15. And you set it for 7:15. И никто не знает, no one knows, никто не видит, no one sees, все тихо, спокойно. Everything's calm and quiet. Никому эта мина не мешает. Nobody's bothered by the bomb. Оно где-то спрятано. It's hidden somewhere. Наступает 7 часов. 7 p.m. comes. Все тихо, спокойно. Everything's calm. Наступает 7:10. 7:10 тихо, comes. Спокойно. Everything's calm. 7:14. 7:14. Все тихо, спокойно. Still everything's calm. Но в 7:15 происходит взрыв. The explosion happens. И происходит уничтожение. And destruction comes. Когда люди открывают двери для блуда, open the door towards adultery, для сексуальных отношений, to sexual relationships, до брака, before marriage, они позволяют дьяволу, they allow the devil, заложить эту мину, to set this time bomb, которую он заводит на определенное время, to a specific time. И в неподходящий момент, and in an inconvenient когда moment, люди не ожидают, when people least expect it, происходит взрыв, the explosion comes, и все рушится, and everything falls. И они начинают думать, and they start to wonder, почему крушение в нашей why семье, all this destruction in our почему life? Проблемы с детьми, why these problems with my почему children? Мы так сильно любили, why we loved each other а теперь so такая much, ненависть, but now so much hatred, и вот эти сердечные раны, and these injuries in their hearts. Потому что когда-то because at one point, позволили дьяволу заложить they allowed the devil to place эту this bomb, часовую мину, this time bomb, и она сработала. And it exploded. Вы знаете, со грехом мы не можем заигрываться. We can't flirt with sin. Грех, sin, если ему позволили if you allow быть в нашей жизни, to be in your life, он обязательно убьет. It will definitely kill you. Написано, что смерть, it says that death, она связана со грехом. Deals with sin. Грех, sin, он порождает смерть. Gives birth to death. Вот почему мы говорим о чистоте. That's what we talk about purity, чтобы защитить нашу to protect our family, семью. Чтобы сделать нашу семью под защитой. To cover our family мы должны with protection. Хранить себя. We must keep ourselves. Есть много мест Писаний, которые об этом говорят. That talk about this. Второе, что я хотел бы коснуться, the second thing that I want to talk about, это отношения между парнем и девушкой. Is a relationship between guys and girls. Вы знаете, сегодня это актуальный вопрос. Today this is a very, как выбрать партнера? Timely topic. How do I choose a guy? Вы знаете, это не секрет. You know, it's not a secret. Каждый хочет найти такого человека. Everybody wants to find a person. Но это же один раз в жизни. But it's only once in your life. И бывает такой тщательный подбор. And sometimes you take this very detailed selection. Однажды посетили одного старого умирающего человека. Once they visited an old dying person. И спросили у него. And they asked him. Вы прожили всю жизнь один. You lived your whole life alone. Почему вы не женились? Why were you never married? И он ответил. And he answered. Я искал идеальную женщину. I looked for the perfect woman. И у него спросили. И вы, наверное, не нашли? And you probably didn't find her? Он говорит, нет, he said, одну no, нашел. I found one. И у нее спрашивают, и что? And they ask her, and then what? Говорит, вопрос вот в чем. He said, the issue is this, что эта женщина that this woman искала идеального мужчину. Looked for a perfect man. Вы знаете, вот так вот в жизни происходит. And that's what happens in life. Но вообще-то, если мы христиане, if we и строим на правильной платформе, and we build our life on the если right храним platform, себя, if we keep ourselves, некоторые люди спрашивают, some people ask, как узнать, что я созрел к браку? How do I know that I'm ready for marriage? Конечно, есть определенные как бы уровни, of course, there are certain levels нашего созревания, in our maturity, нашей подготовки, in our preparation. Конечно, of course, парень он должен быть ответственным человеком. A guy has to be responsible. Если ему уже
за 20 лет, if he's 20 or older, а он еще в детские машинки играет, and he's still playing with toy cars, если он мечтает о игрушках, if he's dreaming about toys, хотя некоторые говорят, что мужчина, он всегда как бы большой ребенок. Guys are always big kids. Потом другие игрушки приходят. The toys change. Более взрослого характера. More mature toys. Но самое важное, but the most important thing, зрелость приходит тогда, is that maturity comes когда then, человек начинает брать ответственность. When a person starts to take responsibility. И and того, которого он любит. The one whom he loves, он становится выше всех его хобби. That person becomes higher than выше any всех hobby, его увлечений. Higher than any attraction that he might всего, have, что может быть. Anything that he might possess, выше друзей. Higher than his friends. Это сигнал, that's a signal, что все-таки он подошел к этому уровню. That he's come up to that level. Вы знаете, сегодня влияние этого мира today, the influence of the настолько world влияет на молодежь, influences the young people so что much, отношения друг к другу, that the relationship to они one another, измененные. They're changed. И рассматривают друг друга просто как выгодное какое-то партнерство. And they look upon each other as just a profitable partnership. Я не говорю о мире. I'm not talking about the world. Но сегодня в церквах, but even in churches, в христианских семьях, Christian families, молодые люди воспитываются. Young people are raised. И вы знаете, это культура или этика во всех народах, во всех национальностях. Это чтобы парень, он мог правильно относиться к девушке, проявлять уважение, ухаживать. Вы знаете, этот вопрос не в том, что там, конечно, сейчас скажут, если парень проявил внимание, people say that, oh, if a guy pays some то девушка сразу подумает, then the girl's obviously gonna think, значит, он что-то от меня хочет. Oh, he wants something from me. И некоторые ребята, они включили другую скорость. And some guys turned on a new gear. Они ведут себя немножко нагловато. They're kind of brash. Этим самым они демонстрируют. By this they point out, не подходи ко мне. Don't come up to me. Не рассчитывай на меня. Don't count on me. Поэтому они такие грубые. So that's why they're so rude. Но вы знаете, есть естественный этикет. But there's a natural etiquette. И девчата. And girls. Если вам какой-то парень открыл двери, if a guy opens a door for и пропустил вас, and allowed you to go, это не знак того, that's not a sign, что он уже положил свой глаз на вас. That he's already marked you, placed an eye on you. Это он просто к вам проявляет уважение. He's just respecting you. Если где-то, if somewhere, он уступил вам место, he gave you a spot in line, если он купил кофе, if he bought you a coffee, это не повод, that's not a думать, reason что to значит think, это мой потенциальный жених. This is my potential husband. Это просто его джентльменское к вам проявление. Action. Почему я вам это говорю? Why I'm saying this? Потому что со стороны парней is because from guys' side, есть жалобы. There are complaints. И они говорят, если мы это сделаем, and they're like, hey, if we do anything like that, начнут приходить смс. New text messages start coming in. Начнут приходить еще какие-то открыточки. Cards start coming in. Вы знаете, когда человек по-настоящему, when a person truly, если у него появились чувства, he has feelings, там совсем другие вещи начинают работать. New things start to happen. И я, может быть, дальше коснусь этих and вещей. I might talk about that a little later. Вы знаете, мне, конечно, интересно, почему в наше время I'm interested why in our time поднимаются вопросы о том, questions rise up about, можно ли до брака уже мою девушку, мою невесту, can I, before marriage, my girl, обнимать, целовать, can I hug her, can I kiss проводить her, с ней время. Can I spend time with her? Конечно, мы проводим все вот эти вот семинары and we do all these services, с теми, кто уже которые готовятся к браку. Or sorry, we do these discussions with the people that are already но сегодня я хотел коснуться but today, отношений. I want to talk about relationships. Вы знаете, самое опасное, the most dangerous thing, это манипуляция. Is manipulation. И о некоторых манипуляциях я хочу поговорить. Вы знаете, девушка и парень Богом сотворены по-разному. И это норма. Это то, что так Бог сделал. Если бы они были одинаковыми, то жизнь была неинтересна. Девушки, они более эмоциональны.
У них больше эмоций реагируют. У них больше развита интуиция. Но эмоциональная сфера, она больше их захватывает. Они более чувствительны ко многим вещам. Парень, он может что-то и не почувствовать. Вы знаете, это отдельная, конечно, тема. Но мы как-то поговорим о разных языках, на которых разговаривают девчата и на которых разговаривают ребята. И как понимать друг друга. Я не говорю об иностранных языках. Я говорю, например, если уже отношения между парнем и девушкой идут к браку, и они эти отношения развивают, просто как пример. И они могут просто идти. And they might be just walking. Где-то прогуливаться. Maybe they're walking somewhere. И продается там мороженое. And somebody's selling ice cream. И парень спрашивает. And the guy asks. Ты хочешь мороженое? Do you want some ice cream? Она говорит, нет, не хочу. The girl says no. Но тем самым она говорит, хочу. But by this she's saying she does. О, ну хорошо, says, не all right, great. Пойдем дальше. It. We're gonna keep going. То есть я говорю о языке, который надо научиться language понимать. That you have to learn to understand. Это мы в следующий раз как-нибудь we'll talk затронем. About that, я думаю, next, это важно. Next time. I think it's very important. Потому что из-за этих недопониманий because these misunderstandings много беды потом приходит. Bring a lot of harm. Но я хотел бы подчеркнуть вопрос манипуляции. Emphasize manipulation. То, что нельзя делать. What you cannot do. Это обязательно помешает в семейной жизни. That will definitely hinder your family life. Ну, к примеру. For instance. Если девушке понравился парень. If a girl likes a guy. И она не знает. She doesn't know. Как обратить его внимание. How to get his attention. Некоторые спрашивают, это нормально, когда девушка первая влюбляется? Is it okay for a girl to fall in love first? Вот на этот вопрос я не имею ответа. I don't have an answer to that question. Потому что были случаи, когда влюблялись девчата. Because there were instances when the girls fell in love first. И впоследствии потом парень обращал внимание, и все было правильно. The guy would не было манипуляции. Notice her and everything was right. There was no manipulation. Иногда бывают исключения из правил, конечно. Sometimes there are obviously exceptions to the rule. Я даже знаю такие семьи. I even know families. Как однажды моему другу, once my friend, который не женился до 27 лет, who was not married at 27, был отличный парень, he was a great guy, очень видный, very visible, симпатичный, good looking, ну вот как-то вот он не мог жениться. But just he wasn't married. И в 27 лет and at 27, одна девушка one girl, с той же церкви, from the same church, у которой была запланирована свадьба, who had a, wedding coming up, приехала к нему однажды вечером she came to him и говорит, and said, через две недели я выхожу замуж. In 2 weeks I'm getting married. Но тот человек, but that person, за которого я выхожу замуж, that I'm marrying, он хороший человек, he's a good person, но он не в моем сердце. But he's not in my heart. Но ты but you в моем сердце. Are in my heart. Если ты if you согласишься взять меня замуж, want to marry me, то я тому откажу. Then I'm gonna say no to the other guy. И у моего друга началась мучительная ночь. And my friend had a horrible night. Он сказал, подожди he эту said, ночь. Wait this night. Утром я дам тебе I'm ответ. Gonna give you an answer in the morning. И вы знаете, он серьезно подошел к этому he вопросу. Came to this very seriously. Он не сказал ей сразу нет, he didn't он не поставил no. забор. He didn't put up a fence. Но он стал молиться but he started praying that night. Вы знаете, похоже, у него там что-то заржавело. Turns out something was probably и нужна была вот эта встряска. And you just needed that shaking. Но я это говорю как исключение. But I'm telling you this as an exception to the rule. Утром он ей дал согласие. In the morning he agreed. Конечно. Нужно было расстроить те отношения. Of course, she had to stop the other relationship. Через полгода они поженились. 6 months later, they got married. Вы знаете, это очень хорошая семья. And it's a wonderful family. Примерная семья. An exemplary family. И хорошие люди. Great people. И христиане хорошие. Christians, good Christians.
Иногда я говорю нашим братьям, sometimes I tell our brothers, которым вижу, что им уже пора жениться, that I can tell it's time to get married. Я говорю, если в этот год said, hey, if this year, вы не будете усиленно молиться, if you don't start praying about я this, позволю сестрам I'm gonna allow girls сделать предложение to в этом propose году. To you. И попробуйте откажите тогда. And if you say no, вы знаете, у меня уже такие мысли посещают. I've had these thoughts already. Напомнить некоторым to remind нашим some guys. Некоторым братьям надо помочь. Some guys need some help. Но вернемся к манипуляции. But we're going to come back to that manipulation. Вы знаете, манипуляция manipulation это запрещенный метод влияния. Is a forbidden way of influence or a forbidden method of influence. Я помню одна семья, I remember one family у которых были проблемы, считай, с первых дней жизни. Who had problems pretty much from the first day of marriage. Они уже прожили какой-то отрезок времени. They already lived together for a certain period of time. И у них такие были сложности. And they just had so much difficulties. Когда мне пришлось вникнуть, and when I had to look into, то я всегда беру истоки. That situation, I always look at the root. С чего все начинается? Where did it all start? Я помню, когда разговаривал с ним. I remember when I talked to the guy. Он говорит, интересные вещи произошли. He said, interesting things happened. До нашей свадьбы. Before the marriage. Все мои интересы, all my interests, всем, чем я делился, everything that I shared with чем her, я увлекался, everything I liked, все это у нее было. She had it all. И не просто, and not just что я делился, what I shared, я узнавал I would find то, out что мне нравится. That the things I like, оказывается, ей нравится. She likes the same things. Но вы знаете, эта девушка была smart. But that girl was smart. Она изучила этого парня. She studied the guy. Проверила его все склонности. Checked all his inclinations. И начала подыгрывать. And started to play along. И вдруг ему так стало интересно. He was so interested. Она его так понимает. She understands him so well, just half a word into it. Он видит, что такие же у нее увлечения. She likes the same things he likes. Она читает те же самые книги. She reads the same books he's reading. Она стала их читать. She started reading them. Лишь только потому, что он ими интересовался. Just because he was interested in them. И он вдруг понял. And he understood. Но надо же. Man, такое понимание. So much understanding. Такое близкое отношение. Such close relationship. Меня так никто не понимал. Nobody understands даже like родители she does. Меня My parents не всегда понимали. Don't even understand like she does. Я только с ней заговорю. As soon as I start talking to her. И как будто идет продолжение. As if she just continues. Они поженились. They got married. Через короткое время. In a very short period of time. Вдруг у нее таких такие интересы, all of a sudden her interests, они сразу пропали. Disappeared. И у нее недоумение. And now she had misunderstandings. Она потом открывается. And then she revealed это был мой herself. Метод завоевания. She said, that was my method to я get you. Воевала за тебя. I fought for you. Я столько усилий прикладывал, I put in so much effort, чтобы изучить to study то, что тебе нравится, what you like, чтобы тебе подыгрывать. To play along. Вы знаете, эти методы приведут к разрушению. Will only lead to destruction. Мы должны быть естественными. We must be natural. Мы должны быть открытыми. We must be transparent. Должны быть простые. We must be simple. Ребята то же самое. In the same way, guys. Они, ну, обычно ребята, они всегда хотят выдать себя. Typically, guys want to show немножко themselves off. Немножко больше, чем на самом деле они есть. For a little more than what they truly are. И, конечно, им хочется как-то порисоваться. Of course, they want to impress somehow. Какие-нибудь подвиги продемонстрировать. They want to demonstrate some kind of action, внимание. Get that attention. Но в конечном итоге, but at the end of it all, оно ни к чему не приводит. It doesn't lead to anything good. Вы знаете, когда мы настоящие, when we're real, когда мы искренние, when we're honest and genuine, когда мы открываем свое сердце перед Богом, when we open up our hearts to God, когда мы говорим о своих желаниях, when we talk about our desires, когда мы сами ходим Божьими путями, when we walk according to the когда ways мы of God, храним себя в чистоте, when we keep ourselves in purity, когда мы соблюдаем то, что Бог повелел, when we follow the things God commanded, счастье мимо не пройдет. Happiness will not pass you by. Та девушка, that которую girl, Бог определил, that God determined, она не пройдет мимо. She's not gonna walk by.
Вы знаете, есть отличие. There is a difference между настоящей любовью between real love и просто влечением к противоположному полу. And just an attraction to the opposite sex. Один человек как-то подошел ко мне. One person came up to me once. И говорит, пастор, я встретил девушку. I met a girl. Она еще не знает. She doesn't know yet. Но я так влюбился But в нее. I'm so in love with her. Вот только увидел. As soon as I saw her. И сразу искра. And just a spark. С первого взгляда. At first sight. Просто она меня покорила. She just conquered me. Я говорю, ну ты с ней разговаривал. I said, have you spoken to her? Да нет, пастор, no, ты не понял. You don't understand. С первого взгляда. As soon as I saw her, from first sight. Я тогда спрашиваю. Then I ask him. Какая часть тела? What part of your body? Тебя покорила. Oh, what part of her body conquered you? Вы знаете, мужчина он так устроен, you know, guys конечно, are built in a way глаза у него вспыхивают, where his eyes light up, и это влечение. And that attraction. Есть много мест, которые нас предупреждают. There are many scriptures in the Bible that warn us о том, что есть похоть плоти, that there is the lust of the flesh, которая восстает на душу нашу. That fights against our soul. Есть земные. There are earthly. Написано члены, says, которые восстают против нас. That fight against это us. Греховные структуры, those are sinful которые поднимаются. That rise up. Сегодня этот мир, today, он это все культивирует, он это поднимает. И говорит, это норма. And say, that's the norm. Нет, есть чистая любовь. No, there's a pure love. В любви чистой in the pure love, там нет увлечения. There's no attraction. Влечение именно к сексуальным вещам. Sexual attraction. Вы знаете, мы христиане. We Christians. К сексуальным отношениям. Towards sexual relationships. Должны относиться правильно. We have to deal right with them. Во-первых. First of all. Это мир извратил секс. The world perverted sex. Но Бог вложил это. But God put that in. И когда это все в правильном на правильном основании. And when this is founded on the right foundation, это благословение. It's a blessing. Но когда это неправильно, but when it's done wrong, это проклятие. It is a curse. Это то, что разрушает. It is something that destroys. Бог благословил сексуальные отношения. God blessed the sexual relationship between man and woman. Только в браке. Only in marriage. Все, что вне брака, everything outside of marriage, до брака, before marriage, это грех. Is sin. Но в браке, but in marriage, это правильное отношение. Is the right relationship. Это все нормально. And it's normal. И мы не чуждаемся этих вещей. And we're not afraid of it. Там правильное влечение. The right attraction is there. Но когда до брака, but when before marriage, у человека поднимаются просто влечение к противоположному полу. A person is just attracted towards the opposite sex. Ему все равно. He doesn't care. Кто это человек? Who that person is? Его притягивает картинка. He's just attracted by the image. Может быть беда. The problems can be there. Как все-таки нам правильно ориентироваться? How do we position ourselves right? В первую очередь, first of all, мы должны этот вопрос доверить Богу. We must trust this question to God. Это единственная личность во Вселенной, this is the only identity in the universe, которая стоит за браком, that stands for marriage, за семьей. For family, он благословил первых he людей blessed the first people на семейную жизнь. To a family life. Мы должны также понимать, and we must understand, есть силы тьмы, that there are powers of которые darkness, этого не хотят. That don't want this. Есть противостояние. And they rise up. Поэтому Бог стоит за тем, that's why God stands, чтобы мы были благословены for в семье, us to be in our чтобы life, парни и девушки for guys and girls были счастливы. To be happy. Что нужно для этого? What do we need в первую очередь надо с Богом решать. First of all, you gotta deal with God. Конечно, возникает такой вопрос. Of course you get a question. Но если парень понравился, он меня не замечает, what что делать? I like a guy and he doesn't notice me. What do I do? Несколько вещей, которые я бы хотел предупредить. A few things I want to warn чтобы you against, вы не делали. For you not to do. Девчата, чтобы вы не делали. Girls, for you not to do. Если this. Вам понравился парень, if you like a guy, и вы начинаете о нем молиться, and you start to pray about him, Господь, расположи его сердце. Lord, open up his heart. Господь, дай ему чувство ко мне. Lord, let him start feeling this Господь, towards me. Я хочу, чтобы он был моим. Lord, I want him to be my husband. Господь, если он женится на другой, я не перенесу. Lord, if he marries another, I won't take it. Господь, только он и я. Lord, only him and I. Я стою на твоем слове. I stand on your word. Ты же сказал, чего не попросишь. You said whatever you ask. Я прошу именно его. I ask for him specifically. Я не буду смотреть ни на кого. I'm not gonna look at anyone я else. Я только его хочу. I want only him. Это неправильная молитва. That's the wrong prayer. Нельзя так молиться. You can't be praying that way. Это вообще колдовство. That's witchcraft if you actually look into it.
Я знаю, как однажды сестра так молилась за одного парня. I know a girl who prayed that way about a guy. И потом она решила прощупать, ну хоть какие-то есть двиги. And then she decided to check if there's any kind of movement. И она спрашивает у сестры этого парня. She asked that guy's sister. Ты узнаешь своего брата? Find out from your brother. Ему сны не снятся за меня? Is he dreaming about me? Но не знаю, мне ничего не говорит. Doesn't tell me. Find out. Выясняется, что она молится, чтобы ему сон приснился. But he would get a dream. Что она во всей красе во сне. In all her beauty. Что он ее полюбил во сне. That he fell in love with her. Так нельзя молиться. You can't do that. You can't pray that way. Это неправильно. That's wrong. Вообще-то я хочу вам сказать. What I want to tell you. Каждый человек он оригинален. Is each person's original. Мое понимание. My understanding. Нету некрасивых людей. Is that there are no ugly people. И Бог вложил определенные вкусы каждому. God gave everybody a different taste. И вообще девчата они очень чувствительны ко всему. Girls are very sensitive to all these things. Вообще это очень нежное создание. It's a, they're very gentle creatures. Это настолько нежное, что Бог сравнивает женщину с фарфорной посудой. Girls with как сосуд такой, очень нежный, как фарфор. Ceramic. Ceramic dishes, so it's very gentle. Мы не можем с фарфором обращаться просто как с разовой посудой. You can't just toss around ceramic dishes like paper plates. Вы знаете, разовая посуда, она может быть очень красивой. Paper plates might look beautiful, or dishes. Я однажды у одних людей видел, я не мог отличить, что это разовая посуда. At a person's house, and I couldn't tell that it was just one-time use dishes. Настолько она была изящно сделана. It was made so well. Но после, когда мы покушали, but when you eat and use it, подошли с гарбичным пакетом, they come up with a trash bag and just tossed it all in. Вы знаете, фарфор, you know, ceramic, есть очень дорогой, can be very, very expensive. И с ним обращаются по-другому. And people treat it differently. Есть хрусталь. There's crystal. Кто знает, что такое Who knows хрусталь? What crystal is? Хрустальные вазы. Crystal vases. Это особый вид стекла. This is a special type of glass. Он очень хрупкий. It's very fragile. Но он очень красивый. But it's very beautiful. Я помню еще в детстве. I remember. Мне было, может быть, лет 6. When I was about 6 years old. И кто-то нам привез хрустальную посуду, so, были вазочки хрустальные. Somebody brought us some crystal dishes, some vases. И мама это все в шкаф поставила. And mom put it in a, и я на детском уровне, display. Я слышал, что это какое-то особенное стекло. And I remember as a kid hearing that it's some special переливалось. Glass. And it was sparkly. И пришел ко мне в гости сосед. And my neighbor came over. И я ему говорю, у нас said, есть хрустальные hey, тут we have crystal вазочки. Dishes, crystal vases. Он говорит, да. He said, yeah. Я ему показал. So I showed it to him. И мы взяли небольшая такая была вазочка. Small vase. Очень красивая, граненная. Он смотрит и говорит, нет, это не хрусталь. This isn't crystal. Это стекло. This is glass. Но я-то слышал, but I heard что это хрусталь. That it's crystal. Я говорю, нет, это хрусталь. I said, no, it's crystal. Он говорит, ну, хрусталь он не разбивает. Crystal doesn't break. А стекло разбивается. Glass breaks. Давай попробуем. Let's check it out. Но я был уверен, что это хрусталь. А раз он говорит, что он не разбивается, break, и я взял, бросил, floor, и оно разлетелось на мелкие кусочки. And it shattered into tiny pieces. И он говорит, вот видишь, so, я говорил, что это не хрусталь. Вы знаете, Бог сотворил так God женщину. Created women. Он ее сотворил очень нежно. Very gentle. Поэтому нельзя обращаться so you can never treat them грубо. Roughly. Или как-то неправильно. Or wrong. Потому что они быстро ранятся. Because they're injured easily. Поэтому сказано, это не мощнейший сосуд. That's why God or the scripture says that it is a должны очень бережно gentle относиться. Vessel. You must treat it carefully. Я немножко, я думаю, ушел в сторону. I think I went to the я уже как к семейным к вам начинаю говорить. Towards families ладно, now, really. Когда right. будете жениться, я when проведу married, семинар, gonna как обращаться с женой. How you deal with your wife. Как с немощнейшим сосудом. As a gentle vessel. Вообще, на будущее вам, ребята, but for your future, guys, от вас зависит, какая it depends жена on будет. You
how your wife's going to be. От вас зависит. It depends on you. Что вы будете сеять? What you're going to sow? То и будете жать. Is what you're going to reap. Посеете любовь? If you sow love, любовь пожнёте. You reap love. Некоторые говорят, о, если я так буду обращаться, она мне на шею сядет, управлять будет, командовать будет, start ruling me, под ногу у меня. Put me under her heel. Вы знаете, если мы сеем, if we sow, ну, например, если вы посеяли, ну, виноград посадили, for instance, if you sow grapes, и вы подходите, and you come говорите, а я хотел, чтобы яблоки say, выросли. Man, I wanted apples to grow. Такого не может It's быть. Impossible. Если вы сеете if you sow любовь, love, вы не пожнете ненависть. You're not gonna reap cruelty, вы пожнете любовь you're gonna, в большей мере. You're gonna reap love even Поэтому greater. Мужьям сказано, любите свою That's why it says in the Bible to the husbands, love your wives. Женщины это как поле. Wives are like, women are like fields. Семена сеять. You have to sow the right seeds. Тогда будет правильная жатва. And then the right harvest is gonna come. Поэтому на будущее, so ребята, for your futures, guys, запомните Remember этот принцип. This principle. Сейте правильные Sow the right things. И будет у вас правильная жатва. And you're going to have the right harvest. Ну что? Вы что-то улавливаете Are you getting something? Я просто с вами беседую. I'm just просто с вами talking делюсь. Openly with you. Потому что хочется, Because чтобы каждый из вас each one of you был счастливым в семье. To be happy in your family. Вы знаете, есть такое ложное понятие, There's a false understanding, что вот когда я выйду замуж, that when I get married, я буду счастлив. I'm gonna be happy. Вот когда я женюсь, when I get married, я буду счастлив. I'm gonna be happy. То есть это нормальное как бы, представление. It's an all right imagination. Но ложное в чем? But the falseness in it, брак не делает людей счастливыми. Marriage does not make people happy. Семья не делает The family does not make people happy. Люди делают семью счастливой. People make families happy. Когда мы ожидаем, вот поженимся, и счастье само придет. What we expect, oh, I'm going to get married and happiness is going to come. Нет. No. Я должен сделать семью I must счастливой. Bring happiness to my family or make my family happy. Если я буду это делать, If I do this, то семья будет счастлива. My family will be happy. А если буду ожидать, что кто-то But меня сделает gonna expect somebody to make me happy, я могу проиграть. I'm gonna я lose. Могу I'm gonna промахнуться. Lose. I'm gonna miss. Значит, по поводу манипуляции вы уловили. Did you get the manipulation point? Теперь как правильно? So now how do you do it right? Вы знаете, есть правильные молитвы, и there's мы должны молиться there's a right правильно. Prayer, and you must pray in that way. Мы должны говорить Богу, We must tell открывать God, свое сердце. Open up our heart. Некоторые девчата, они говорят, Some girls say, ребятам просто. It's simple for guys. Им захотелось. They want it. Они которая понравилась, подыскали, they choose a girl they like, женились, get married, и все проблемы решили. And all their problems are solved. Но это не так. But that's not true. Серьезный парень, a serious guy, который подходит к семейному вопросу, that comes up to that question of family, он будет решать его с Богом. He's gonna deal with that with God. Он обязательно будет открывать свое сердце. He's gonna open up his heart. Он обязательно будет молиться за ту девушку. He's gonna pray for the girl. Которую он не знает, где она. Whom he doesn't know even where she is at that point. Но он знает точно. But he knows for certain. Бог определил that God has для него эту девушку. This girl for him. И он ее будет благословлять. He's gonna bless her. Он будет себя готовить. He's gonna prepare himself. Вы знаете, когда Бог творил человека, you know, when God created man, он говорил о жене для Адама. He talked about the wife for Adam. Говорит, сотворим he said, we will create которая будет соответствовать ему. A helper according to him. Есть соответствие. There is something that's according Вы знаете, не может быть такого, you can't have, что я прошу у Господа me asking God, и потом встречаю, and then I meet, и это полнейшее несоответствие. And it's just completely different. Не, мы можем быть разные. Yeah, we can be different и это нормально. In certain ways, and that's normal. Но соответствие But there's gonna be something я according. Считаю ненормально. I don't think it's normal, когда парень, when a guy, который все сроки свои пропустил. Who's missed all this time, и ему уже 40 или he's больше. Now 40 or older, и он смотрит на девочек, которым 16 лет. At 16-year-old girls. Это ненормально. That's not normal. Ну, это мое понятие. That's Может how быть, I understand. Для кого-то это. Maybe somebody thinks it's different. Я считаю, должно быть соответствие. I think there has to be something in accordance. Конечно, есть исключения из правил. There's но правило, exceptions to the rule, but as a rule, должно быть соответствие. There has to be something that's in accordance to it. Или наоборот. Or opposite. В одном месте у нас в Грузии In Georgia,
пришел парень с армии. We had a guy come from the army. Молодой, красивый. Young, good-looking guy. Но он был склонен к пророчествам. But he really loved prophecies or listen. И была одна авторитетный уже пророк. And there was a prophet that had some authority. И была одна девушка, and there was a girl, которая уже была за 40 лет. Who was over 40. Она сильно хотела замуж. She really wanted to get married. И она пришла к этому пророку. She came to that prophet. Пророчице. To that prophetess. И говорит: "Ну вот нравится этот парень." And says, "Man, I like that young guy." Но ему 20 лет. But he's 20. А мне 42. And I'm 40. Как решить эту проблему? How do I deal with that? Господь решит. The Lord will resolve it. Приходит этот паренек. The young man comes. Там тесный круг собрался. They had an intimate circle there. И вдруг этот пророк пророчествует. And the prophetess starts to prophesy. Этого парня звали Петр. This guy's name was Peter. А эту девушку, которой за 40, and the lady ее звали 40, Валя. She was, her name was Valya. И она пророчествует и говорит. And she's prophesying and saying. Так говорит Господь. Thus says the Lord. Пара, пара, Петя, Валя. Couple, couple, Peter and Valya. Пара, то есть два человека. So couple. In Russian, it's Pavel. После молитвы поднимаются. After the prayer, they get up. Кто у нас Петя? Who's Peter? О, оказывается, один Петр. Oh, we have one Peter. А кто у нас Валя? Who's Valya? О, oh, we have one Valya. Все, Господь сказал. Obviously, the Lord said. Все, вы как против Господа? How can you go against the Lord? И Петя как не хотел заднюю скорость включить. No matter how much he wanted to но hit Господь reverse. Сказал. But the Lord said. И вы знаете, женились. And they got married. И такая беда. And it's just such tragedy. Вы знаете, Господь так не работает. The Lord does not work that way. Он соответственно дает. He gives it in accordance. Все будет в соответствии. Everything's going to be in accordance. Но как молиться? But how do you pray about it? Однозначно, я всем девушкам советую. I tell all girls. Нужно открывать свое сердце. You have to open up your heart. И нужно доверять Богу. You have to trust God. Нужно благословлять того you парня, have to bless the guy которого Бог определил. That God has determined for you. Обязательно ваши пути пересекутся. Your paths will definitely cross. Нужно молиться и благословлять you must его. Pray and bless him. Независимо, где independent он живет. В Портленде, Ванкувере. Portland, Vancouver. Ходит он в церковь does истина. He go to church, the truth? Надеюсь, что ходит. I hope he does. Может быть, живет на Украине. Maybe he lives in Ukraine. В Беларуси. Maybe in Belarus. Может быть, в России. Maybe in Russia. Может быть, в Израиле. Maybe in Israel. Не имеет значения, где он не жил. Но придет момент, когда пути пересекутся. Обязательно. Definitely. И все, что нужно, этот вопрос доверить Богу. And all you need is to trust that question to God. Все остальные методы, the other methods, которые рычаги, давления, levers of pressure, они могут обернуться потом против вас. They can turn against you. Господь первый, God, кто заинтересован, is the first one чтобы вы были благословены. In you being blessed. Чтобы ваша жизнь была счастливой. In your life being happy. Все, что нужно для этого, all you need for that это соответствовать. Is to be in accord, это в первую очередь. First of all, я обращаюсь к парням, I'm talking to the guys, потому что вам нужно будет взять ответственность, because быть you will главами, have to take the responsibility of being the быть head, мужчинами, to be men, быть мужчинами с большой буквы. To be men with a capital M. Это мужчины, которые не будут бояться трудностей, которые возьмут ответственность до конца дней жизни. Не так, как получится. У одного спрашиваю, ты уверен, что именно эта девушка для тебя на всю жизнь? Но, пастор, зачем ты это спросил? Но зачем ты это спросил? Вот я тоже так думаю. Вот как с одним человеком всю жизнь? Как вот на одного человека всю жизнь смотреть? Но уже время поджало. But time is pushing me. Now I gotta get married. Ну, думаю, с ней вот начну. I think I'll start with her. Это не получится. That will not work out. Вы знаете, мы принимаем решение. We make a decision. И независимо от обстоятельств. And independent of circumstances. Независимо ни от чего. Independent of anything else. Мужчина, он и есть мужчина. Men are men. Когда он берет ответственность. When they take up responsibility. Любить. To love. До конца дней жизни. Till the end of their lives. Ту девушку. That girl. Которая легла в его сердце. That fell upon his heart. Ну что, будем заканчивать мы, Слава? Are we going to finish up, Slava? Да? Заканчиваем. Should we finish up? Говорят, нет.
Эта тема, я знаю, она может литься как река. I know this topic can go like a river. Хорошо. All right. Последнее я тогда коснусь, такое место у меня есть на сердце. I have a scripture on my heart that I want to read. Это Фессалоникийцам 4 глава 3 стих. 1 Фессалоникийцам. 1 Thessalonians 4:3. Если вот хорошо, есть возможность высветить этот стих. All right, perfect. We have that scripture up. Мы прочитаем 3, 4 и 5 стих. We're going to read 3, 4 and 5. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. God's will. Да, я думаю, они уже прочитали. You read it. Четвертый и пятый стих еще. Also verses 4 and 5. Значит, вопрос вот о чем. Here's the question. Что воля Божья? That the will of God. Это в том, чтобы мы имели освящение. Is for you to be sanctified. Воля Божья есть освящение. Is for sanctification. Это всегда нужно себя приводить в порядок. It is constantly bring yourself. С тем, как мы познаем Иисуса. In order, in accordance with how вообще, we know Christ. Вообще в нашей жизни. In our life. Всегда должен быть центром Господь. The Lord has to always be the center. Тем более в этом немаловажном вопросе. Especially in this important question. Это когда мы принимаем решение жениться или выйти замуж. To get married. Иисус. Jesus. Это камень. Is the rock. Это скала. He is the на которой мы должны строить свою жизнь. Upon which we must build our life. Он есть наше освящение. He is our sanctification. Вы знаете, все мы проходим через искушения. We all go through temptations. Но только те люди, but only the people, которые уповают на Господа, that rely on the Lord, они преодолеют. They will overcome them. Вы знаете, искушения temptations это наша проверка, are our tests, насколько мы тверды в Боге. How firm are we in the Lord? Вы знаете, по этой причине, that, что люди не тверды в Боге, они ломаются, broken, они падают, fall, они не содержат свой сосуд в святости и чести. Вы знаете, у христиан даже не должны возникать эти вопросы, чтобы проверить друг друга. Я помню, как одни люди, которые согрешили перед браком, перед своей свадьбой, они были в шоке, что они сделали. Они пришли, они были разбиты. Они готовы уже были расстаться. И когда я стал разговаривать, как это могло произойти, вроде бы серьезные люди, но дьявол их подставил. Они говорят, мы стали ездить в машине, часто оставались наедине. Что делает дьявол в этот момент? Он начинает использовать разные мысли. И приходит ему такая мысль. Да, я попробую положить свою руку на ее руку. Просто в машине. Если она отдернет, back, все это хороший знак, значит, она все в правильном положении. She's being good. Но если не отдернет, а то вдруг она подумает, какой ты дикарь. What if she thinks I'm very wild, даже не могу прикоснуться. I can't even touch her. И он положил. So he placed his hand. И эта девушка and the girl, чистая, pure girl, она стала думать, she started thinking, хороший парень, good guy, что же делать? What do I do? Надо убрать руку. I should pull my hand back. Но если это сделаю, but if I do that, вдруг подумает, what if he thinks, какая дикая. What a wild, weird girl. Просто рука. Just my hand. What's the big deal? Парень дальше думает. So the guy keeps thinking. О, не убрала. She didn't pull her hand back. Все нормально. Everything's okay. Да я попробую ей на плечо положить. Let me place my hand on her shoulder. Просто на плечо положу. Just on the shoulder. Если она как-то дернется, будет знак. Значит, все нормально, буду знать. И он раз потихонечку на плечо. И у нее сразу мысль, надо убрать. Потом думает,
Но это только он положил. Ничего страшного. Just placed his hand on my shoulder. There's no big deal. Если я сейчас так дернусь, if I pull away, вдруг он что-то подумает. What if he thinks that I'm weird? Скажет, ну что это? Like, come on. Моя девушка такая дикая. My girl is so weird. Вы знаете, дальше. But next. Оно стали события развиваться. Things just started moving. И никто из них. And neither of them. Не хотел блуда. Wanted to commit adultery. Но к этому пришло. But that's what it came to. И потом глубокое разочарование. And then they were disappointed. Вы знаете, соблюдать свой сосуд. To keep your vessel. Мы должны хранить себя. We must keep ourselves. Вы знаете, все, что может вести к блуду, к нечистоте, мы должны в сердце поставить защиту. We must place a guard in our heart. Мы не должны допустить этого. We shouldn't allow this. Недавно один отец, он рассказывал мне. Recently a father told me. Его девочка, подросток, his teenage daughter, она проходила исследование у доктора. Was being checked up by the doctor. И доктор начал говорить. The doctor started saying, ну, у тебя такой возраст. Hey, you're at such у an тебя age. Могут быть парни. You might have guys. Ты должна знать, как себя вести. You must know how to act. Ты должна научиться, как предохранять you себя, have to make sure you use protection, чтобы не было у тебя преждевременной беременности. For you not to have, pregnancy before и вдруг you его дочь, and all of a sudden his daughter, которой 16 лет, was 16 years old. Она говорит, доктор, вы she что said, говорите? Doctor, what are you talking about? Со мной этого не будет. That's not going to happen to me. Потому что я только because I буду иметь интимные отношения, will only have intimate relationships когда я выйду замуж. When I get married. Вы что говорите мне? What are you talking about? И доктор, он просто, эта женщина, доктор, растерялась. The female doctor was just shocked. И потом, когда зашла мама, and when the mom came in, говорит, впервые, she said, for the first за последние годы, for the last years, я встречаю такую девушку. First time I meet a girl like that. Как вам получилось внушить ей это? How were you able to teach her that? Она говорит, не, мы просто христиане. She said, no, we're just Christians. Она говорит, да, и мы said, все христиане. Yeah, we're all Christians. Но наши подростки but по-другому our, думают. Our teenagers think otherwise. Вы знаете, у нас должно быть правильный взгляд. We must have the right view. У нас должно быть чистое мышление. We must have a pure thinking. Правильная реакция. The right reaction. Вы знаете, вы предназначены. You are determined. Самим Богом. By God Himself. Быть благословенным. To be blessed. Но на вас ответственность. But the responsibility is upon you. Соблюдать свой сосуд. To keep your vessel. В чистоте. In purity. И святости. In honor. Бог позаботится. God will take care. Чтобы вы встретили настоящего. Человека. And make sure you meet a real person. Настоящую девушку и настоящего a real girl, a real guy, которого вы полюбите. Whom you will fall in love with. И с которым ваша жизнь. And with whom your life will be blessed. Но для этого. But for that, сделайте свою часть. Do your part. Соблюдайте свой сосуд. Keep your vessel. Храните себя. Keep yourself. В чистоте и святости. In purity and holiness. Когда придет ваше время. When your time comes. А оно придет and it will come. Бог не подведет. God will not let you down. Вы будете благословлены. You will be blessed. Спасибо вам. Thank you. Аминь. Amen. Давайте мы сейчас поднимемся. Let us get up. Я знаю, что тему, которую затронули, I know that the topic we're talking about, это тема как каскад. Is a topic like оно переливается с одного уровня в другой. Goes from one level to another. Мы говорим о общих вещах. We're talking about general topics. Но столько есть тонкостей. But you have so many details. Каждая личность. Each identity. Это по-своему оригинал. Is an original. По-своему это целая история. Is a whole story за каждым человеком. Одно хочу вам сказать. I want to tell you one thing. Бог никогда God will never не поворачивается к вам спиной. Turn his back to you. Он вас любит. He loves you. Хочу обратиться к девушкам. I want to talk to the girls. Не позволяйте Don't allow сравнивать себя с кем-то. To compare yourself with someone else. Вы оригинал. You're an original. Вы дивно сотворены. You are beautifully and wonderfully made. Вы прекрасны. You are wonderful. Кто бы как ваш адрес не говорил. No matter who said what, знайте, know this. Бог определил вас. God determined и вы прекрасны. And you are beautiful. Поэтому посмотрите на себя. That's why look at yourself. Только глазами. Only with the eyes. Как смотрит на вас Иисус. Of Jesus. И не унижайте себя. And never put yourself down. Сравнивая себя с кем. Stop comparing yourself with someone else.
Никогда не произносите в свой адрес. Never say or speak things towards yourself. Что вы не такая, как другие. So-and-so like что на вас не обращают внимания. That somebody might not pay attention on you. Что вы никому не нужны. That nobody needs you. Что вы никогда не выйдете замуж. That you'll never get married. Это ложь дьявола. That's the lie of the devil. Вы прекрасны. You are beautiful. Вы дивно сотворены. You were wonderfully made. Бог вас полюбил. God loves you. И у него есть для вас человек, с которым вы будете счастливы. Имейте дело с Иисусом. Deal with Jesus. И вы никогда не будете унижены. Be put down. Никогда. Never. Господь позаботится о вас. The Lord will take care of you. Если были произнесены эти слова, if you've proclaimed these words, если вы очень были придирчивы и критичны к себе, if you were very critical towards yourself, и вы говорили против себя, and you've said things against yourself, сравнивая себя с кем, comparing yourself with someone else, эти слова нужно разрушить. You have to destroy those words. Они могут стоять стеною против they вас. Can stand like a wall against you. Вы должны полюбить себя. You must love yourself. Такой, какая the вы way есть. You are. Потому что у вас именно такую возлюбил Иисус. И все, что любит Он, вы обязаны любить. И если Он полюбил вас, любите себя. Такая, какая вы есть. Примите себя. Не отвергайте себя. Примите себя. Благословляйте свою судьбу. И Бог позаботится. Когда придет ваше время, чтобы вы вышли замуж, вы встретите человека, который никого, как на ваш взгляд, казалось, кто-то был лучше, он не посмотрит, а только увидит вас. Его сердце откроется для вас. His heart will be open towards you. Имейте дело с Богом. Deal with God. Я хочу обратиться к ребятам. I want to talk to the guys. Может быть, были в вашей жизни вещи. Maybe you had things in your life. Когда вы кого-то любили. Where you loved someone. И был отказ. And there was rejection. И это рана. And that wound. Может быть, не оставляет вас. Maybe it doesn't leave you. И вам кажется. And you think. Что вы не то, что кажется. Or not just вы начинаете think, страдать you start to suffer, комплексом неполноценности. As if you're incomplete. Вы знаете, люди, people, которые страдают комплексом неполноценности, that deal with this, insecurity, они попадают в разные крайности. They go into different weird things. Потому что где-то они были ущемлены. Because somewhere they were put down. Кто-то от них отвернулся. Somebody looked away from them. То вам нужно получить исцеление. You need healing. Чтобы Господь исцелил вас. For God to heal you. Откройте эту сферу open для Господа. That area up for God. Позвольте Духу Святому коснуться allow этой the Holy сферы. Spirit to touch those areas. И не надо смотреть and you don't need to на look всех остальных девушек at all the other girls через призму той, through the prism of the one которая отвернулась от who вас. Rejected you. Сколько ребят, how many guys которые говорили негативные вещи, who said negative things. А все девчонки такие. Oh, all girls are that а way. Все они вот такие. Oh, they're all that way. Это неправильно. That's wrong. Нет. Нужно прийти к Господу, you have to come to God the way you are. Открыть свое сердце. Open up your heart. И сказать, Иисус, Jesus, прости меня. Forgive me. За мое неправильное мышление. For my wrong thinking. И очисть мой сосуд. And cleanse my vessel. Исцели меня. Heal me. Если вы носите боль по отношению той девушки, if you carry pain because of that girl, которой вы открыли свои чувства, to whom you revealed your feelings, а она вышла замуж за другого, but she married another. Значит, Бог так определил. God determined it that way. Для нее такую судьбу. He determined that destiny for her. Я помню, как один человек говорил. I remember one guy said. Когда ему отказала девушка. When a girl denied him. И вышла замуж. And married another. И прошло время. Time passed. И в той семье. And in that family. Где она была замужем. Where she was married. Были трудности. There were difficulties. И он говорит, я радовался внутри. He said, I was happy inside. И я думал. And I thought. Вот теперь она должна понять. Now she must understand. Что со мной она была бы счастлива. That she would have been happy with me. Это ложь дьявола. That's a lie of the devil. Нужно отпустить. You must let it go. Нужно благословлять. You must bless. Когда мы благословляем. When we bless. Благословение приходит. Blessings come into our life. Если есть раны. If there are wounds. Надо получить исцеление. You need healing. Исцеление от этих ран. Healing from those wounds. Тогда Дух Святой. Then the Holy Spirit. Он будет наливать ваш сосуд. Will start to pour into your vessel. И содержимое не уйдет оттуда. And the substance will not leave. Вы будете благословенны. You will be blessed. Сколько людей.
How many people, because of that, have been broken, have fallen to alcohol, some kind of different attraction, left God, were disappointed. Who is profiting? Only the devil. God determined for you a different destiny, to be blessed. Благословенный в семье. Blessed in your family. Благословенный с той девушкой. Blessed with that girl. Которую вы полюбите. Whom you will fall in love with. And marry. Бог определил. God has determined. Чтобы вы были счастливы. For you to be blessed or happy. Для этого. And for that. Ваш сосуд. Your vessel. Он должен быть. Must be clean. Все негативное удалить. Everything negative you have to get rid of. Есть сила в крови Агнца. There's power in the blood of the Lamb. Которая омывает и очищает. That cleanses. And makes you free. That is the blood of Jesus. In this prayer, I don't know what you went through. Maybe some of you have already been put down, have already felt rejection. Girls who had somebody tell them they love them, and you wanted на эти чистые взаимоотношения. These pure relationships. И вас предали. And you were betrayed. Возможно, вас унизили. Maybe they put you down. Возможно, вас соблазнили на секс. Maybe they made you have sex. И потом выбросили. And then tossed you out. Как использованную салфетку. Like a used napkin. Как одноразовую перчатку. Like a glove that's просто been used. Выбросили. You just got tossed out. И вы раздавлены. And you feel crushed. Вам нужно. You need to allow the Holy Spirit to touch that area and to receive healing. Restoration is coming. God restores if we walk to Him. Let go of that situation. Turn to the Lord. Open your heart to Him. Confess before Him. And everything that blocked you, everything that pulled you back, it will be destroyed. And freedom will come. And you will see how your life, everything will be blessed that God has determined for your destiny. In the name of Jesus. Отец мой благодарный.